Я всех приветствую. Сегодня мы будем проходить новую миссию, которая называется «Бронебойщики», вроде написано «AT Soldiers», ну, «Антитанк». Подразделение 2-я рота 1773-го стрелкового полка. В вашем отряде 3 ПТР. Если кто-то из стрелков погибнет, займите его место, значит. Вот так, да? У нас есть тут музыка какая-то, но она, как всегда, очень криво работает. Так что можно только... Вот. Так, никакой вот тут нет предыстории, так особой. Просто 16 ноября 1941 года вы находитесь... Вот. Здесь. И на нас наступает. Так, ну давайте попробуем. Это наша последняя линия обороны! Новая миссия буквально неделю назад вышла. Я решил, в общем-то, сразу же записать по этому поводу видео. Ну, их, конечно, очень много бежит. Ой, так, сейчас, давно не играл в игру, так что сейчас немножечко подутихнем. Но я одного убил, и второго убил, да я уже герой Советского Союза практически. Повезет. Блин, вот про... лагает дико, конечно, тормозит, поэтому я... Хочу немножечко переждать этот момент. Так, не знаю, где тут. Ой-ой-ой. Да что они все погибают-то, а? Так, где-где-где погиб? Да. Я не понимаю вообще. Где... Я тут никого не обнаружил в нашем окопе, наверное, в соседнем. Простите за такое количество ППС, но это вынужденная мера. Миссия очень насыщенная, врагов очень много. А вот. О! Сейчас мы что-нибудь сделаем. Прячемся сразу же, потому что... Ой-ой-ой. Так, нет-нет-нет, я случайно. Нужно выждать просто момент, потому что нельзя просто так взять и сунуться туда. Перезаряжаемся. Я не понимаю, как эта пушка вообще стреляет, она... Как-то не так. Как какой-то БМП, а? Да что я встаю-то все время? Вы главное меня прикрывайте, парни. Отчаянно, отчаянно. Вот это я косанул, конечно. Патронов-то вообще нету. Так, и меня кто-то стреляет. Очевидно, что нужно уже делать ноги. Все бронебойщики погибли, и у меня один патрон. Это прекрасная ситуация. Так, лаг... Это... ОФП все, ОФП, конечно. Не самое лучшее, конечно, в плане физики игра. Точнее, ее тут вообще нет этой физики.
отходят слева! Справа! Все. Нужно искать бронебойщика. Вот мы, кстати, как выглядим. Ничего особенного нет. Движутся слева! Молотов есть, молотов. Не дают мне зайти просто так. Молотов. Да, смотрел, кстати, месяц назад фильм 28 панфиловцев. Такая же ситуация абсолютно. Ах, задание не выполнено. Жаль. Так, ну. Нам отмен. Отмену, да. Отмен. Ну, это первый раз. Миссия непроходная, так что ее можно и. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего, мы уже будем получше тогда. Просто я вообще не могу понять, где находятся эти бронебойщики. Все белым бело тут. Там сразу же где-нибудь встать. Да-да-да. Где? А, вот он ты, оказывается. Блин, жестко, жестко, нет. Я так не могу. Ё-моё, ну почему именно он сдох? Мне это вообще не устраивает. Беглый огонь! Е-е. Заходим с правого фланга! Кто там справа ходит? Никто там не ходит. Вот, кстати, моя позиция. Боюсь перебежать. Особенно после вот таких вот взрывов. Ой-ой-ой-ой-ой. Будем пытаться. Это наша последняя линия обороны! Больше отступать будет некуда! И главное тут первым не стрелять, потому что они сразу все начнут. Сразу все начнут. Отсекайте пехоту. Лучше чуть-чуть подождите. Да ё-моё, опять. Вот он жив, здоров, вот он. Продолжать огонь! Не отступать!
Да ё-моё! Где он находится, может, на карте что-то я не... ПТР. Ага. Ну, конечно, он так стоит прям. Конечно, его убьют сразу же. Здесь все вообще первым. Очень-очень рука болит. Так. Кто? Опять! Не надо. Не то взял. Где танки? Пока что неплохо. А, и тот как раз таки сдох. Все сдохли. Пожалуй, немного перебегу, чтобы иметь доступ к патронам. Я еще и промахнулся. Ой-ой-ой, много-много. Себе. Это поворот, однако. Как мне убираться из этой неловкой ситуации, интересно. Где? Выброса бы. Ноги отказали. Я вылечился. Слева! Что ж. Лучше. Боже, да я терминатор вообще.
Убили. Я сделал все, что мог. Где? Где прикрытие? Это наша последняя линия обороны! Больше отступать будет некуда! Немецкие танки с востока! Гранаты к бою! Ну за что меня? Ну чё так? Продолжать огонь! Не отступать! Сбей фашистов! Подходят слева! Отличный выстрел! Три танка подбиты! Еще один! Беглый огонь! Зайди слева и разнеси этот танк! Движутся слева! Заходят справа танка! Ё-моё, отвлеките. Да.
Фишин. Что-то произошло. Вторая волна! Удерживайте их! Держать оборону! Ни шагу назад! Вася! За пулемет! Что? Меня зовут Линия обороны. Встаньте за пулемет скорее. Пулемет что-то сделал. Убийство в спину. Ах, блин, санное. Сражение окончено. Ох, боже. Ох. Мы смогли. Мы смогли. Было очень сложно. Так, теперь я хочу подвести итоги по поводу этой миссии. Она мне понравилась. Хорошая была атмосфера тут. Озвучка тоже. Оружие, вот эти вот все аддоны, они хорошо смотрятся. Но, к сожалению, слишком много красоты на экране, поэтому очень сильно тормозит. Особенно, когда я записываю. Поэтому извиняйте, если будет проседание. Миссия хорошая. Хочу, чтобы было больше таких миссий, особенно на тематику Второй мировой войны. Я думаю, это будет очень интересно.